Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня мое путешествие будет паломническое. В данный момент я нахожусь перед монастырем Скоропослушницы, который находится в Мандре, город Мандра. И покажу я вам этот монастырь, как он состоит. Как он из себя представляет, этот монастырь. Это вид сверху с монастыря. Перед входом в монастырь стоит большой крест с левой стороны. Здесь флаг. И вот здесь вход в монастырь. Монастырь называется Скоропослушница. Горгу Ипику по-гречески. Сейчас захожу в монастырь. Вот мы зашли внутрь монастырь. Монастырь женский здесь. Сейчас я нахожусь при входе в церковь. Мне не разрешили там снимать, и я очень понимаю это, и поэтому я прекратил свои съемки, которые находятся внутри монастыря. Там сейчас идет литургия. Сегодня празднует Богоматерь Скоропослушница. И поэтому мы попали на праздник, который находится сегодня здесь. И очень много людей пришли, посетили это место. Этот монастырь и это святое место, которое находится наверху города Мандри. И сверху, как вы видите, видать море, эти порты. И очень высоко он находится над четырьмя городами, которые находятся внизу. Это Аспробергу, Элевсина, Мандра, Магула. Вот, как вы видите, сейчас я подожду ближе. Вот там внизу, это вот эти наши города. И мы всегда этот монастырь вот это видим, когда находимся, выходим на дорогу, мы всегда этот монастырь видим. Он постоянно сверху нас на горе, и видать, и вот сегодня мы попали на праздник, и вот и очень приятно было там, поклонились перед святыми, святой Бога, перед чудотворной иконой Пресвятой Богородицы Скоропослушницы. На этом, дорогие мои друзья, я вам хочу сказать, что предыдущие были несколько эпизодов, было это с моего далекого прошлого, и вот у меня было просто такой момент, что думал вот поделиться с вами с 20-летней давности, когда мы были в Греции. И в тот момент, когда еще был драхм у нас, как мы жили, как у нас была жизнь у всех греков. И поэтому несколько эпизодов было из путешествия во времени, как я назвал этот плейлист. Вот там несколько, 4 или 5 видео, которые я вам показываю о 20-летней давности нашей жизни в Греции. Вот. Сейчас я нахожусь, как я вам сказал,
монастыре Горгойпику, по-гречески называется, это Скоропослушница. Вот. Подписывайтесь на мой канал «Путешествие по Греции с Никос Порунидис». Ставьте лайки, пишите свое мнение обязательно. С вами был Никос Порунидис. Доброго вечера вам всем желаю. Да благословит вас всех Бог. Подожди.